17 января на календаре. Это значит, что матч звезд КХЛ в Москве только стартует. И именно на него я отправлюсь вот из этого прекрасного аэропорта Казани. Меня зовут Александр Дегтярев, канал интернет издания «Казанфилд» приготовил для вас интересный формат, контент, который вы заслужили. Если вы никогда не были в аэропорту Казани, а я тут не была уже достаточно давно, не пугайтесь, увидев вот эту фигню. Это робот, который просто машет флагом. Да, о нем все писали, но не все это могли увидеть. Люто необычная штука. Я, короче, заселился, все норм, гостиница 3 звезды, номер, в принципе, ну, такой нормальный, на одного, двуспальная кровать, даже, в принципе, классно. А чё, тут поесть дорого, сэндвич 600 рублей, поэтому пойдем пожрем какое-нибудь другое место поблизости, что-нибудь поищем. Короче, вот номер, показываю, кроватка двухспальная, но я один, вид еще не чекал. Ну, видно вагончики. Такое. Ладно, мне, в принципе, пофигу. Здесь даже что-то нарисовано. Некая женщина. В целом выглядит как очень дорогая комната в общаге. В очень хорошем европейском универе, наверное. О, даже тапки есть. На двоих, кстати. Зашли поесть в некое ГИО. И тут, короче, ну прикольно, тут дешево, шашлычок. Прям рядом с отелем, метров 150 буквально прошли. Но там меню прикольное.
волшебство! Сюда, сюда, сюда! Понятно? Понятно? Готовы! Нет. Представь такую ситуацию, через 10 лет ты вспоминаешь вот этот матч звезд, вот эту неделю звезд, что в первую очередь в памяти всплывет, как ты считаешь? Какой отдельный эпизод может быть? Наш перемяч, наш железный перемяч, вот где он, там, мистер Татарстан. Может, он еще через 10 лет будет еще играть. Возможно, возможно. Спасибо большое. Тебя обнимут? Нет, я обещал голым перед... Давай, очень серьезный человек! Самый лучший город на земле. Вот представители столицы, команды являются.